Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня будем, так сказать, готовить лапки куриные горячего копчения. Многие может удивляться, но с пивом сидеть, смаковать, они очень вкусные. Если правильно приготовить, все, они будут очень вкусные. Сидеть вот так вот, так сказать, отламывать каждый пальчик или откусывать. Там хрящики, так сказать, обсасывать их с пивком. Вообще бомба получается. Очень вкусные лапки. Первоначально их надо, конечно же, все почистить. Ну и сделать педикюр. Обрезать ноготочки. Для начала мы сварим рассол. Воду я уже поставил. Это пока в сторону уберем. Что нам понадобится? Кориандр где-то грамм полтора на литр воды. Там у меня 1,5 килограмма крылышек. Соответственно, 3 литра воды. Кориандр. Ну, как я сказал, грамм где-то на литр воды. Перец душистый, перец черный. Смесь перца можно тоже где-то грамм на литр воды. Лавровый лист. 3 лавровых листочка. Соль 40 грамм на литр воды. Сахар 10 грамм на литр воды. И имбирь. Корешок имбиря небольшой. Ну, буквально, я не знаю, здесь вот сколько, грамм 50. Получается грамм 30-40 на литр воды. Ждем, когда закипит водичка. Она у меня уже готовится в кастрюльке. И начнем все эти специи добавлять. Соль, кстати, можно добавить сразу. Соль и сахар. И ждем, когда закипит. Как закипит, добавим вот эти специи. Ну вот водичка кипит. Засыпаем туда специи, которые я уже называл. И 3 ложки соевого соуса. Только не концентрат, а именно обыкновенного соевого соуса. В магазине продается. В бутылочках. Самый обыкновенный. Даем сейчас этому всего покипеть. Буквально минуты 2. Будет достаточно. Ну все, покипело. Плитку выключаем. Вот он горячий. И прям горячий отправляем. Но уже не кипит ничего. Все, вода отключили. И вот прям горячий отправляем. Лапки куриные. Ай, аккуратней. Все, закрываем крышкой. Так сказать, теплый посол. Закрываем крышкой. И вот так вот при комнатной температуре просто они будут стоять, солиться. В течение 3 часов. 3 часа вполне будет достаточно для засолки лапок куриных. Вот так вот будут настаиваться со специями, со всем и солиться. Ну вот и прошли 3 часа. Какие лапки. Аппетитные. Сейчас достаем их. Рассольчик еще тепленький. Достаем эти лапки и выкладываем на вафельные полотенца. Так сказать, на обсушку. Полежат, лишнюю жидкость уберем. Обсушатся они. А потом пойдем покоптим в горячем копчении. Аромат стоит, прям вот выраженный аромат имбиря и специй. Очень такой приятный аромат. Но блюдо еще не закончено. Нам их еще надо покоптить. Вот так вот они у меня на решетке, на вафельных полотенцах полежат, обсохнут, лишняя влага стекет. Ну где-то минут 30-40 вот так они полежат. И все, и пойдем покоптим. Ну вот так лапки будут располагаться в коптильне. Вешаются они шампура хорошо, вот между сухожилием и костью. Все, отправляем в коптильню. Температуру выставляем 80 градусов. При 80 градусах будем коптить в течение 40 минут. Коптить будем на ольхе и на вишне. 50 на 50 дровишки у меня будут. Как только достигнет температура 70 градусов, мы закладем дровишки в зольник и начнем коптить. Напоминаю, коптить будем 40 минут при 80 градусах. Именно копчение при 80 градусах в течение 40 минут. Ну вот температура внутри коптильни достигла 70 градусов буквально за 15 минут. Нагрев идет дальше. Включаем кнопочку дым, вставляем температуру. И закладываем дровишки.
обильно дым пойдет, включаем холодное копчение. И как раз он достигнет 80 градусов внутри коптильни. Температура 80. 80. Здесь уже все отключилось. Дым уже идет обильно. Включаем холодное копчение. И засекаем время 40 минут. Прошло 40 минут копчения, именно копчения. Но нагрев был оставлен. Это все было выключено. Дым выпустили. Коптилось ровно 40 минут. Открываем. Сейчас пар, наверное, как выйдет, как даст гол. Вот такие вот получаются лапки куриные. Они сейчас цвет еще больше наберут, остынут, отвисятся. Смотрите, какие они пухленькие и сочные. Все, даем им остыть. Можно убрать в холодильник, ну, когда остынут, на несколько часов. А после все это будем пробовать и кушать. Ну вот лапки у нас отлежались в холодильнике. Они стали более темнее, такие более насыщенный цвет. Вот они такие блестящие, можно сказать, в жирку. Поставить рядом несколько литров пива и сидеть их под пиво кушать — вообще бомба. Вкусные хрящики, сидеть смаковать их с пивком — очень вкусно. Пользуйтесь рецептом. Даже из куриных ножек можно сделать отличную закуску к пиву. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!